上任后，普京走遍了俄罗斯的广袤土地，如果有必要，他会飞越九个时区，以确认所有的事情运作正常。这架装修奢华的专机被称为飞行的克里姆林宫，其舒适程度堪比美国总统的空军一号，有过之而无不及。不论在哪，普京都喜欢跟着自己的规矩办事，而他最看重的就是身边人的忠诚。Если ты с ним вместе, если ты с ним дружишь, он будет надежен и будет с тобой идти вместе до конца. Он тебя не кинет никогда. Вот, я считаю, вообще в жизни это очень важно. В политике это важнее вдвойне, а для мужчин это особое качество. Когда ты не предатель, не трус, ты не бросаешь своих близких людей. Was in seine negativen Seiten? Если бы он был на пенсии, я бы, конечно, их назвал. Его очень сложно переубедить. И он не прощает людей, которые хоть один раз его предали, обманули или оскорбили. Не прощает, не пропускает.